Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 31 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Юлиана. Это имя имеет древнеримское происхождение и означает «из рода Юлиев». Небесным покровителем его является преподобный Иулиан Персиянин, пустынник. В IV веке от Рождества Христова, близ реки Евфрат, отшельником жил некий Иулиан. День и ночь его состояли только из молитвы. Все сердце и душу он посвящал Господу. За свою святую жизнь преподобный Иулиан был удостоен Богом дара чудотворений и прозорливости. Однажды в пустыню пришел ослабленный человек, умирающий от жажды. Иулиан это видел и тут же низвел источник. Благодарный юноша решил остаться возле святого и стать его учеником. Узнав о чудотворном старце, к нему в пустыню стали стекаться страждующие. Пустынник излечивал человеческие хвори, которые отступали под силой молитвы. Был преподобный и сильным проповедником. Специально для обличения арианской ереси он покинул свое место подвигов и пришел в Антиохию, где утверждал православных в истинной вере. Возвратясь домой, святой только и делал, что молился. И вот внезапно он услышал глас с неба, возвестивший, что император Юлиан Отступник скоро погибнет. И пророчество действительно вскоре исполнилось. А вот сам преподобный прожил долгую и праведную жизнь и отошел ко Господу в глубокой старости. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Луку, Иосифа, Злату, а также Сергея, Николая и Елизавету. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!